Томшин быстро, но не точно. Поршнев без ошибок. Лазовский использует дополнительный патрон и убегает. Будет идти с учетом одного допа. Вторым. А что опять случилось? Опять лыжа, опять эта платформа. Ну что ж такое-то? И опять Дима Лазовский, опять на выходе со стрельбища. С этим надо уже что-то делать. Объяснял этот момент Дмитрий, он выпускает Томшин, не по своей воле, понятно. Но сейчас хорошей спортивной злости это должно добавить Дмитрию Лазовскому. И снова та же самая проблема. Смотрим еще раз с другой камеры. Когда Дима уходит с коврика, я надеюсь, сейчас покажет этот момент, он, ну, несколько иначе ставит ногу, чтобы оттолкнуться. И что происходит? Сейчас смотрим. Съезжает платформа с лыжи. Он ее быстро отстегивает. Да, Дима уже в такой ситуации был. Что самое страшное в этом моменте? Не хотелось бы, чтобы оттягнулась вторая. Две лыжи по ходу гонки менять нельзя. Можно менять только одну.